Уважаемые белгородцы, осталось совсем немного времени, и нынешний год станет историей. 2022 был непростым, но несмотря на это, думаю, каждый из нас вспомнит немало светлых и радостных моментов уходящего года. К тому же испытания, которые принес нам этот год, сплотили нас и выявили нас лучшие качества – доброту, щедрость, стойкость и оптимизм. Впереди длинные праздничные выходные. Это время отлично подходит, чтобы обдумать цели и задачи на 2023 год. Я твердо убежден, что несмотря ни на что, мы должны строить планы и идти по намеченному пути. Только так сможем достичь успеха. Люди относятся к Новому году по-разному, но никакой другой праздник не способен так объединить всех нас в предвкушении нового, в ожидании перемен. Сегодня, думаю, у нас одно желание на всех – это наша победа. Желаю всем удачного завершения неотложных дел. Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть 2023 будет светлым и вдохновит вас на успех, принесет благополучие, согласие и любовь. Искренне желаю, пусть ваши близкие будут здоровы, в доме царит согласие, жизнь будет мирной, а мечты обязательно сбываются.